здравствуйте! Это программа «Народное качество». И сегодня в выпуске мы будем разгонять осеннюю хандру, а вместе с ней сезонные заболевания. Отложите подальше пульт, подвиньте поближе горячий чай и накиньте плед. Отлично, теперь вы готовы к просмотру. Поехали! Осень – ненастная пора. Дуют ветры, льют дожди, и температура стремительно падает. Именно в это время мы особенно подвержены простудным заболеваниям. Но если вы заботитесь о своем иммунитете круглый год, ничего такого с вами не случится. Например, пьете биологически активные добавки. Лекарственные травы Байкала и Горного Алтая легли в основу продукции компании «Сибирское здоровье». Корпорация уже 20 лет активно ведет разработки и выпускает широкую линейку биологически активных добавок к пище и косметику. Главная их особенность – ни грамма химии. Продукция компании отвечает основным потребностям современного человека. Она позволяет очищать организм от токсинов, тонизирует и придает сил, а также способна предупредить почти любое заболевание. В «Сибирском здоровье» представлена широкая линейка товаров для детей, продуктов для здоровья и ухода за кожей и волосами, декоративная косметика. Новинка этого года – линейка экосредств для дома «Green Pin». Если вы дорожите здоровьем своей семьи, выбирайте натуральные продукты. В компании «Сибирское здоровье» у каждого человека есть возможность приобретать товар со скидкой, а также самостоятельно строить бизнес вместе с корпорацией. Подробнее о продукции и возможностях вы можете узнать по адресу: улица Кирова, 9/1, офис 13, бывшее здание Артемторга, или по телефону 8 902 528 54 84. Если неприятность все-таки случилась и вы заболели, немедленно начинайте лечение. Конечно, не самостоятельно, а только после консультации специалиста. Как 7 чудес света, 7 цветов радуги, медицинский центр «Семья» для Артема своего рода явление уникальное. Это единственное медицинское учреждение в городе, где лечат детей и взрослых по всем заболеваниям. Врачи, кандидаты и доктора наук. Их опыту доверяют, потому за год работы центр посетили уже 5000 маленьких пациентов. Цены не выше уровня города, помощь квалифицированная и по некоторым направлениям эксклюзивная. Например, в области вакцинопрофилактики только в семье работают с импортными препаратами и прививают как новорожденных, так и взрослых пациентов. А новейшее германское лор-оборудование «Атмос» полностью позволяет обследовать заболевшего ребенка. УЗИ всех органов, дыхательный тест на хеликобактер и спирограмма. Этот перечень услуг успешно дополняет сфера гастроэнтерологии, а также детской и подростковой гинекологии. Здоровье человека на самом деле – это одна из самых главных, да, составляющих, в принципе, счастья семьи, любой семьи абсолютно. Вот. И поэтому лучше не болеть. Лучше заниматься профилактикой. Медицинскому центру «Семья» вы можете смело доверить драгоценное здоровье своих родных людей. Пушкина, 6А, телефон 7-47-27. Кстати, ускорить процесс лечения позволит аптечный интернет-сервис. Подробнее о нем в нашем следующем сюжете. Совсем недавно в Артеме открылась аптека нового формата «Погребок здоровья». Здесь можно приобрести не только любые лекарственные препараты, но и БАДы, витамины, средства по уходу за лицом и телом, диетическую и диабетическую продукцию, детские принадлежности и питание, медицинские приборы, кроме того, очки и сопутствующие товары. «Погребок здоровья» – современная аптека, имеющая собственный сайт. Это простой способ заказа медикаментов, не выходя из дома или офиса. На сайте вы найдете все, что нужно. Просто оформите заявку или позвоните в аптеку. Заказ выполнят в тот же день или в самый короткий срок, а цены будут значительно ниже. Здесь предусмотрена и бонусная система. Пенсионерам идет отчисление 5 бонусов с покупки в 100 рублей. Всем остальным покупателям идет 3 бонуса со 100 рублей. Их можно обменять на лекарства в полном объеме до 100%. Расплатиться за товар вы можете как наличными средствами, так и банковской картой. Аптека «Погребок здоровья» ждет вас по адресу: улица Фрунзе, 8/1, в здании 1-й Артемовской высотки. Телефон 9-29-29. Если вы против всевозможных лекарств и антибиотиков, вам стоит задуматься об альтернативном способе лечения. И я сейчас имею в виду не отвары трав. Кварцевый ультрафиолетовый излучатель укрепит иммунитет и вылечит боль в горле. Его и другие полезные для здоровья продукты вы сможете купить в магазине «Медтехника». Медтехника необходима всем, ведь у каждого есть дома градусник, тонометр или ингалятор.
Если вам нужны товары для здоровья или средства по уходу за больными, посетите магазин медтехники «Техника здоровья». Здесь для взрослых и детей богатый выбор ортопедической продукции, средства реабилитации после травм и операций, а также для людей с ограниченными возможностями. Вам помогут подобрать любые стельки, бандаж или компрессионное белье. У нас в период с 13 числа до конца месяца, до конца октября, проводится акция. Акция заключается в том, что мы предоставляем скидку на ортопедические стельки марки «Орто» в размере 20%. В наличии имеются противопролежневые матрасы, коляски и ходунки. Для профессионального использования продавцы-консультанты предложат медицинскую мебель и уникальные медицинские антибактериальные шторы. Ваши домочадцы подвержены простудам? Тогда вам не обойтись без кварцевого ультрафиолетового облучателя. Этот прибор незаменим против гриппа и простуды, насморка и боли в горле. Он укрепит иммунитет и обеззаразит воздух в комнате. И это только малая часть его лечебных свойств. Необходимый товар можно заказать, в том числе и через сайт. Достаточно набрать «Техника здоровья Артем». Магазин расположен в доме быта, 4-й этаж, офис 413. Современная медицинская техника поражает воображение. Качественная, легкая и удобная в ежедневном использовании, она делает нашу жизнь приятнее и комфортнее. Так, с облегчением могут вздохнуть те, кто страдает нарушениями слуха. Их теперь легко можно скорректировать с помощью специального устройства, сделанного индивидуально для пациента. Во многих случаях слухопротезирование считают единственной возможностью улучшить слух. Его проводят при помощи специальных слуховых аппаратов, которые нужно подбирать, настраивать и обслуживать в специальных центрах, таких как «Аудиослух». Почти 10 лет специалисты компании «Аудиослух» помогают своим пациентам обрести радость общения и жить полноценно в мире звуков. Современный слуховой аппарат оценивает каждую звуковую обстановку. Он автоматически настраивает оптимальную для вас слышимость, частоту звука и разборчивость речи. Подбор аппарата начинается с приема специалиста-акустика, который проводит процедуру аудиометрии. Она позволяет определить, какие модели аппаратов подходят пациенту по мощности, типу ношения и характеристикам. Затем изготавливается слепок. Он является залогом эффективного протезирования, а после – индивидуальные ушные вкладыши и внутриушные слуховые аппараты. Для этого в центре «Аудиослух» есть своя лаборатория. Современный слуховой аппарат – это мини-компьютер со сложными программами. Он обладает множеством опций, которые позволяют человеку слышать естественно и комфортно. А главное, он удобный и почти незаметный. В центре «Аудиослух» вы найдете все необходимые комплектующие. Постоянным клиентам – дисконтные карты. Компания «Аудиослух» давно работает в сфере слухопротезирования, и мы очень хорошо понимаем, с чем сталкиваются наши клиенты. Консультация в нашем центре абсолютно бесплатная, проверка слуха делается бесплатно, поэтому если вы подозреваете снижение слуха или оно уже у вас есть, пожалуйста, не затягивайте с визитом к специалисту-акустику, к специалисту по слухопротезированию, потому что чем раньше вы начнете пользоваться слуховыми аппаратами, тем лучше будет разборчивость речи сохраняться с годами, тем лучше будет восприятие речевого сигнала, легче вам будет в повседневной жизни. Центр «Аудиослух» находится в городе Владивостоке по адресу Овчинникова, 6, район Столетие и станции Моргородок. Конечно, надеяться на чудо-приборы во всем не стоит. Укреплять здоровье нужно и самостоятельно, например, с помощью спорта. Закрытый спортивный клуб – не привилегия избранных, а услуги, доступные каждому. Если вы цените индивидуальный подход и свободу передвижения, загляните в «Тонус-клуб» 4 сезона. Просторные помещения и минимум участников в группе. Организаторы уверены, что на тренировках должно быть комфортно, как дома. Уникальность наших тренажеров состоит в том, что они изодинамические, на них отсутствует отягощение. Благодаря этому человек с любыми возможностями может заниматься и тренироваться. Тренерский состав –
Тонус клуба поддерживает дружественную атмосферу и учитывает индивидуальные особенности каждого гостя. Эффект от групповых тренировок усиливают современные технологии. Единственные в городе вакуумный степ-тренажер и вибро-платформа помогают быстро подтянуть тело и избавиться от целлюлита. Еще одна полезная и эффективная процедура – прессотерапия. Вступайте в Тонус клуб 4 сезона, и эти средства будут работать на благо вашего здоровья и красоты. Тонус клуб 4 сезона. Дом красивого тела. Если осенью вас беспокоит только плохое настроение, к радикальным методам прибегать не стоит. Можно просто немного себя побаловать, например, новым колечком. Во Дворце культуры города Артема открылась юбилейная ярмарка изделий из золота и серебра «Империя самоцветов». Здесь собраны чудесные ювелирные украшения со всего мира. Любителей драгоценных камней ждут интересные новинки. Есть камни, которые добываются только в определенных местах на планете. Как всегда, мы привезли большой, огромнейший выбор авторских эксклюзивных работ таких мастеров, как Арташес Макартычан, Иван Халенков, Герман Кабирский, Кирилл Кондратьев, Лариса Антонова. Это мастера, которые уже полюбились не только в Москве и в России, но и за рубежом. Известные мастера, которые используют серебро 925-й пробы с натуральными камнями, такими как аммониты, очень редкие камни, аметисты, друзы, плисовые малахиты, плисовые лазуриты, раухтопазы и многие-многие другие камни. Все камни обладают магическими и целебными свойствами. К примеру, раухтопаз отбирает негативную энергию своего владельца. А такой редкий изумительный камень, как аммонит, отгоняет депрессию, способствует укреплению здоровья. На выставке ярмарки большой выбор изделий из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. Бусы и броши, кольца и серьги, роскошные подвески и браслеты, обереги и сувениры, элитная бижутерия. В моде массивные украшения. Здесь несколько таких коллекций. Глядя на эти камни, можно бесконечно фантазировать. Каждое украшение – шедевр. Теплый по цвету янтарь играет особую роль в жизни женщины. Этот минерал считается любовным амулетом, способным привлечь к своей владелице объект воздыхания. А византийская коллекция из Турции обязательно привлечет внимание любителей сериала «Великолепный век». Все изделия – аналоги украшений 16 века, времен Османской империи. На ярмарке также представлен большой выбор греческих икон из серебра и православных крестиков. Все изделия освящены. Коллекционерам тоже стоит здесь побывать и подобрать редкие минералы и кристаллы. Опытные продавцы-консультанты подберут украшения с пользой и для исполнения желаний. Выставка-ярмарка «Империя самоцветов» ждет вас во Дворце культуры города с 13 по 18 октября с 11 до 19 часов. В честь десятилетия «Империи самоцветов» вход бесплатный. Хорошо поднимают настроение не только осенью, семейные походы и интересные увлечения. Робототехника теперь не мечта, а доступное хобби для жителей нашего округа. Персонаж известного мультфильма «Валли» – не плод воображения учеников образовательного центра «Академия будущего», а реально собранный робот-конструктор. Основным элементом в этом конструкторе является, конечно, микрокомпьютер. Все остальное – элементы конструктора «Лего». Это самый эффективный способ подготовки детей к созданию робототехники. Нужно только проявить фантазию, и тогда из ужасающего дракона получится вполне мирный и послушный робот. Так как эта модель работает из специального приложения, она может только передвигаться, потому что приложение подразумевает работу только двигателей. Для того, чтобы заработали датчики, нужно прописать программу. Прописать программу на компьютере тоже несложно. Инструкция выводится на монитор, и получается наглядное пособие будущего конструктора. Сразу после первого занятия дети уже имеют представление, что это за значки, для чего они нужны, каким образом их выстраивать и как составлять программу. На выставке робототехники моделей пока немного, но они там появятся по мере того, как дети будут их конструировать. Заняться этим может любой желающий. Нужно только обратиться в Центр дополнительного образования «Академия будущего» в бизнес-центре «Лидер» по адресу улица Кирова, 39А. На этом у меня все. Надеюсь, наша программа была вам полезна. Чаще улыбайтесь и будьте здоровы!